Акция памяти прошла и на контрольно-пропускном пункте Чунгар. Там прошел митинг, где собравшиеся почтили память жертв депортации крымско-татарского народа. Затем, натянув 15-метровый крымско-татарский флаг, украинцы и крымские татары впритык подошли к временно административной границе Украины и оккупированного Крыма. Те крымчане, которые находятся на материке, они посылают сигнал, вот сейчас прямо с этого места, с нуля, посылают сигнал, дополнительно еще раз, вообще всему мировому сообществу, украинской власти в частности. Собирайтесь и начните делать то, что вы должны делать. Вы должны открывать ворота в Крым.